Viva Telecom представляет светодиодный фонарь тактического назначения TACT M90. В стандартную комплектацию светодиодного фонаря входит инструкция пользователя на русском языке, сам фонарь, аккумуляторная батарея литий-ионного типа на 6600 мАч емкостью, ремень для переноски чехла на плече, дополнительные резиновые уплотнители и сетевой адаптер для зарядки аккумулятора от сети 220 вольт. Фонарь данный работает в трех режимах. Максимальный световой поток у него 2200 люменов. Это один из наиболее мощных фонарей светодиодных в мире. Три режима работы следующие. Максимальный 2200 люменов, минимальный 700 люменов и режим стробоскоп. Габаритные размеры фонаря составляют следующие значения. Длина фонаря 336 мм, диаметр корпуса 49 мм и диаметр самого отражателя 100 мм. Отражатель в данном фонаре гладкий. Светодиод используется мощностью 300 Вт. SST-90, производство компании Cree. Расскажу, значит, о режимах работы фонаря. Кнопка находится на теле фонаря. Кнопка включения, то есть включаем. И режимы работы меняются нажатием длительным на кнопку. Это 700 люменов мощность. Это 2200 люменов, и режим стробоскопа включается двойным нажатием на кнопку. Также дополнительная функция у фонаря: на торце аккумулятора расположена. Значит, как по нажатию этой кнопки можно понять о состоянии заряда аккумуляторной батареи. Нажимаем, и светодиодный индикатор показывает, насколько батарея разряжена у нас. То есть в данном случае на 75% заряда у батареи есть. Вообще фонарь соответствует по своим стандартам по пыли, влагозащите и ударопрочности 810-му военному стандарту США. В режиме максимальной мощности он будет работать до 80 минут без подзарядки. В режиме минимальной мощности 540 минут. В режиме стробоскопа 160 минут.